Привет, друзья! Сегодня 1 июля. Грибов в лесу больше не стало. Та же лисичка. Она стала покрупнее, конечно, местами. Вот, гуляю где-то полчасика. И пока лисичка. И то не очень много. Поляночки, полянки, полянки. У нас продолжают поливать дожди. Лисичка растет, теплынь. Вот что встретилось мне в лесу. Устал? Отдохни. И будет вам счастье. Ну а что, удобно? Посидел, пошел дальше. Что хочется сказать? Чем дальше в лес, тем больше и толще леса. Прям реально. Вот это размер. Как хорошо, что люди не знают, что здесь есть грибы. Их много. Их на самом деле много. Вот таких вот кнопочек все больше и больше. Вот вообще малюсенькие. Это все лисички. Это уже в глубине леса. Прямо в глубине леса. Старые елки. Дожди идут. Теплынь. Грибы растут. Наверное, буду заканчивать. Вот мой результат сегодня. Один серо-розовый мухомор. Лисичек. Некоторое количество. Кроме лисичек, других грибов нету. Встретилось несколько сыроежек. Старые переросшие. Молодых практически. А нет. Так что вот так. Пока только лисы. Всем полных корзин. Пока, друзья.